смотрим, что это такое. Fifteen Soul. Рэп-исполнитель с планеты Земля. А точнее, с ее сухой части. Заявление самого исполнителя, но точно ли он с этой планеты, никто не знает. Легенды, да, насколько я помню. Трек не адресован какой-то одной личности, а скорее группе лиц из прошлой жизни артиста. Где он рассказывает про свое текущее состояние души и дает понять нам, что все, кто раньше был в его жизни и не особо интересовался им как личностью, сейчас пытаются привлечь его внимание. Но у артиста другие мысли по этому поводу, поэтому этим людям стоит прислушаться к его совету. Сука, забудь меня. Хорошо. До этого, насколько я помню, мы слушали трек, который называется Money Trip. Никто не представлял, теперь игнори ее. Я стрелял по сука, sorry bro. Выпал твой подруг, вечер не знаю. Для меня это стал как обе, не могу забыть лицо. Сука, свой зума, сук зашей рот и всю. Сук зашей мне рот. Это предыдущий трек, который мы слушали. Здесь выходит второй бэнгер. Артист говорит по этому поводу следующего. Салют, Броуди, с вторым хитом меня. Уверен? Слушаем и смотрим второй хит. Что это такое? Let's go. Забудь. Пржж. Это реклама для меня 2 грамма на килограмм. Роуд трипл по гонме, я не про наркоту. Нет, не надо в пачку пир по сотке. 6 твоих заплатов. 6 твоих. Да, бро, хиток солидный. Я могу тебе не заплатить. Я не люблю в этом бабки. Да пизде эти слова тебе говори. Лучше МС и он на планет. Я не могу тебя забрать. Я не могу тебя забрать. Нужна пора, не дыра. Поэтому отель One Night. Забудь меня. Прости, но не хочу тебя сейчас. Вау, я не один, просто в самолёт помечтать. Это мой клюв, подожди, хоть и мы вместе летать. Я не хочу тебя больше вспоминать. Пошёл в стилёк, да? Details, bro, and fabrics. Это пиздец, бро. Понимаю суть попытки. Понимаю суть попытки. Если, допустим, мы говорим про вот этот твой первый трючок, да? Ты сегодня прошу тебя. Хо-хо-хо. Ты реально этого хочешь? Подай. То есть здесь ты нам Jersey Club рассказывал, да, с капой, которая была, ну, мягко скажем, просто ровно записана, и все, да. Здесь ты попытался поиграть в стилек. А что касается свидоса, да, конечно, мягко скажем, не лучшим образом это все звучит. Тут написано, что Mixing Engineer Assistant это Doom Masters. Очень вряд ли. Очень вряд ли, да. Что касается... Погружение слабое, сильно. Ритм как будто рандомный. Ты звучишь параллельно тексту, параллельно биту. Какой-то набор кусков с плохим пластмассовым, не особо тебе идущим тюном, и все. Но есть попытка в стиль, да. Есть попытка в стиль. Такое, бро. Текст тоже достаточно ровный. Но если выбирать, да, если выбирать, как будто бы вот это имеет больше перспектив
В таком виде, конечно, оно не съедобельно вообще, но оно имеет больше перспектив, чем то, что было до этого. Вот это типа. Да, да, даже пьяный. То есть работа с тембром тут присутствует, ну типа. Я полиглот, вот и тяну, этого хочешь весь меня бежать. Кудри без хайфа, зонора пьяну, а в рукаве тусуджу прямо в пижаму. Угу, угу. Я полиглот, вот и тяну, этого хочешь весь меня бежать. Кудри без хайфа, зонора пьяну, а в рукаве. Вот оно. Гораздо крепче. Гораздо. Гораздо, бро. Я не предлагал, но ты пьянул. Пусть это твоя жизнь мне расскажет. Это вас, это прямо. Короче, смотри, вот этот парт, который сейчас ты читаешь, он звучит слабо и ненативно. Здесь ты переигрываешь жестко. Вот это было неплохо. Вот это. Да. Вот это, да. Мой дрип из хард less than lor piano. Да. Мой рукав туз идет прямо в пижаму. Окей. Туз в рукаве равно рука. Исполнитель рассказывает свои сексуальные фантазии. Окей. Я не предал, но ты пьяна. Возможно, это сказано. Йоу, рэпер, делает грязь. Взгляд на жизнь мне расскажет. Я хау. Я хай, блядь. Да. Платина. Нет, телеграм-каналы. Эти, как они? Анрелиза не слушаем, к сожалению, да. Вот здесь все, что касается бэк-вокала, чё-то, да? Да. Но с другой стороны, бэк-вокал хоть и тиховато стоит, но в целом, блядь, как будто более-менее нормально. Тюн бы еще другой на мейнкап. Я могу тебе стать и не заплатить, я не люблю в этом бабки, да пиздец, и слова тебе. Короче, попытка неплохая. Реализация очень слабая. Но попытка, с учетом разнообразия, хорошая. Есть что найти интересного здесь, да? Вот те моменты, где отметил вот это вот все. Вот это комната, баб. Туда прям сильно в ИТО убегать. Как будто не очень, да? Как будто не очень. А на певке? То есть, короче, на мягком у тебя лучше получается. Да. На мягком у тебя получается значительно лучше. Это очень неплохо. 5 баллов, естественно, здесь. Да. Слова седает. Да, причем слова седает не то, что стиль, да, как вот, допустим, Марко мы слушали до этого, а слова седает именно как иногда просто съедая их. Да. Очень много разнообразия, жестко. Не знаю, как поставить за структуру, как-то целостности особо не чувствуется, но в целом разнообразия очень много. И бэк-вокала в том числе. 7 баллов поставлю. 7, почему не 8? И больше за счет отсутствия целостности. Так в целом норм. Рифмы и образы средние, да, набор, так сказать, клише по большей степени. Но какие-то моменты есть, да, там полиглот, водный тяну, там вот это вот вся, да. Читаю рэп даже пьяного. Have cash, I have glow, такое, да. Англицизм и все, что касается на английского. Ну, такое, да, хочет снять с меня пижаму, предлагал, ты пьяна, ну, лора пьяна, это, конечно, да, база вообще рифмы. Купя сотки, 6 твоих закладок, каждый могу тебя взять, не заплатить, топить лучше. Да, здесь у нас вот такая немного история. Реализация стиля. Где-то ты показываешь на 6, 7, где-то 3, 5. Индивидуальность и харизма. Где-то 6, где-то 3, 4. Пять, да. И атмосфера вайб, я думаю, троечки нет. Я думаю, 2 балла. Чё-то. Где-то, короче, около 40 баллов трек. Около 40 баллов. Я думаю, да. Насчет сегодняшних ночного стрима. Посмотрим, как этот пройдет. Если будет норм. Пока, типа, я как будто еще даже не начал, да? Если что.
Поэтому потом еще сходить поесть, да, не знаю, может быть будет, да, посиди, может быть еще, бля, мне что-то вот, когда, короче, разница очень большая с тем, что когда мы набираем фрешменов, да, и прослушивание, так сказать, треков ребят, которые могут быть представлены, да, которые забираются в плейлист, какая-то в этом есть своя эстетика. Хуй знает, я получаю удовольствие от этого дерьма, да. Я думаю, да. Ну и не факт, да, посмотрим. Нет, бро. Как-то вот около 40 баллов, да. Но если выбирать, вот это да. Здесь уже тебе есть куда расти. И спасибо за гигантское, просто нереальное количество разнообразия, да. Попыток своих, это было прикольно. То есть прям... Это прям такое. Очень неплохо. Да. Сейчас, секундочку. Все, спасибо. Спасибо, бро, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ждем развития творчества.